Давайте, пожалуйста. Дайте, пожалуйста. Сейчас. Спасибо большое. Вы про Карабах, наверное, будете. Да, здравствуйте, Владимир Владимирович. Да, естественно, мой вопрос про Карабах. Весь мир знает, что Карабах – азербайджанская земля. И с чьей помощи армяне его захватили. У меня такой вопрос. До сих пор армяне не хотят вернуть наши земли и кричат на весь мир, что эта земля ихняя. Что можете по поводу этого сказать? Знаете, трудно удержаться, чтобы не давать характеристики этим людям. Это либо непорядочные люди, которые не понимают, что говорят, и тогда они просто придурки, либо провокаторы.